Кардиологи со всей страны собрались в Татарстане. Там сейчас проходит медицинский конгресс длиной в жизнь. Специалисты обсуждают профилактику болезней сердца. Заниматься своим здоровьем и сердечно-сосудистой системой можно и самостоятельно. Как это сделать, расскажем в следующем сюжете. Проблема сердечно-сосудистых нарушений особенно актуальна в весенний период, когда перепады температуры и давления в очередной раз испытывают на прочность людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи рекомендуют в этот период дополнительно заботиться о своих сосудах, принимая ангиопротекторы. Это группа лекарственных средств, имеющих большое значение в комплексной терапии различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Хронические заболевания вен – это только верхушка айсберга сосудистых нарушений. Варикозные звездочки на ногах, которые на первый взгляд не пугают, могут быть сигналом серьезных проблем с сосудами и венами. Лучше выбирать препараты с комплексным действием. И одним из таких препаратов является наш отечественный препарат «Ангионорм». Он отлично сочетается с другими препаратами. Он воздействует и укрепляет стенку сосудов, улучшает микроциркуляцию, снимает воспаление. И его применение безопасно и эффективно в комплексной терапии сосудистых нарушений. Ангиопротекторы – это препараты-венотоники. Для укрепления сосудов и улучшения микроциркуляции они помогают восстановить слой эндотелия – слой особых клеток, которые отвечают за обмен полезными веществами между кровью и органами. По утверждению ученых, большинство сердечно-сосудистых заболеваний – это и есть результат дисфункции эндотелия. На самом деле гораздо чаще речь идет о поражении мелких сосудов – капилляров, артериул, венул. И эти поражения носят воспалительный характер. Мы говорим о том, что повреждается внутренняя выстилка мелких сосудов, эндотелий. Мы говорим о васкулитах. Для профилактики сердечно-сосудистых нарушений придется также скорректировать свой образ жизни, отказаться от вредных привычек и не пренебрегать физической активностью.